Мотострелковая дивизия Южного военного округа отметила 98-ю годовщину. Торжества начались с открытия бюста Петру Первому на плац участия, а уже после построения личного состава с выносом флага Российской Федерации и боевого знамени. Поздравить военнослужащих прибыли представители командования 58-й армии, местной администрации и ветераны. В честь годовщины со дня формирования мотострелковой дивизии ЮВО для военнослужащих организовали праздничную программу.